Около 10 лет назад мы посмотрели фильм Вадима Карабинского «Родовые поместья России». В свое время он очень помог. Увидели людей, близких по духу. Они поделились своим опытом. И нам тоже очень хочется поучаствовать в этом фильме, рассказать о сказочном крае, о своем опыте, чтобы люди видели, что родовые поместья развиваются. Ну, фильм был классный, и он вдохновлял. Главное, когда видишь опыт людей, что ты не один в поле воин, это очень поддерживает в трудные минуты. Ну да, тогда мы только начинали создавать свое поселение, и нам любой внешний опыт был очень полезен, и как бы этого искали, очень хотели найти вот именно какое-то дальнейшее развитие поселения, как люди уже прошли дальше, какие там ошибки совершили, как они вот какой опыт получили, чтобы нам уже как бы на это опереться. Вот, поэтому фильм сильно был полезен, мы только-только начинали, и сейчас тоже с радостью участвуем, чтобы поддержать других людей, которым также хотелось бы создавать родовые поместья, или уже начали их создавать, вот, поделиться своим опытом, своим пониманием. И главное, такие фильмы, они очень поднимают дух самого движения, ты начинаешь чувствовать плечо ближних. Да, все верно. Вадим, здорово, что ты решил продолжать эту традицию и снимать фильмы о родовых поместьях. На самом деле, мы очень долго ждали продолжения, потому что невероятно интересно посмотреть, что произошло во времени, как изменились люди, чего они достигли, как их мысли куда полетели. Потому что мы тоже здесь со своей стороны трудимся в своем родовом поместье, а хочется узнать, как друзья там живут.